Все, грянем прям громкими аплодисментами нашим сегодняшним силачам, сегодняшним богатырям. Ведь сегодня им предстоит 5, поверьте мне, нелегких испытаний. И мы, собственно, переходим непосредственно к испытаниям. Итак, и я объявляю начало первого испытания. Это пазик. Задача участников будет дотянуть автобус, вот этот вот автобус под названием пазик, до противоположной стороны и дотронуться до вот этого вот противовеса. Как вы думаете, сколько вес пазика? Вот просто ваше мнение. Тонна 800? Еще варианты есть? 2 тонны? Сколько? 2 400. Еще варианты? 10 тонн. Кто сказал? 10 тонн. Вот на самом деле, Вась, ты была ближе всего, потому что вес пазика 7 тонн. Вот здесь мы все должны сейчас вот так вот сделать. Итак, задача участников — дотянуть пазик до противовеса, до газели, дотронуться одной рукой, соответственно, до газели. Итак, участники, задание понятно? Отлично. Итак, где у нас? И мы приглашаем к испытанию Азизова Руслана! Забыл сказать, что все испытания должны... В общем, выигрывает в испытании тот, кто протянет пазик за минимально короткое время. То есть быстрее всех. И газелью аж 15 метров. 3! Давай первый включай! Готовы? 3, 2, 1, старт! Давай! Аплодисменты Николаю Осипову! А на старт приглашается Потеха Псалова! Зрители, а
обязательно после каждого имени нужно просто взрываться, взрываться эмоциями, аплодисментами, поддерживать всячески участника. Закончил свои выступления Потехов Салават. Готовится Парфенов Михаил. Отходим сзади Базика. Кольцу прокатили. Достанься я. Чуть поближе подъедьте, пожалуйста. Итак, готовится Парфенов Михаил. Аплодисменты! Не каждый справится с 7-тонным Вазиком. Зрители готовы? Не слышу! Отлично! Миш, готов? Илья, готов? 3, 2, 1, старт! Парфенов Михаил и готовится Альберт Шакеров. Итак, на старте Альберт Шакеров, аплодисменты. Готов? 3, 2, 1. Там же спуск и все. И все подходят в итоге данного испытания. А у меня возник вопрос. Возможно, есть кто еще желающий протянуть 7-тонный базик?
следующее испытание мы хотим провести лотерею. То есть все те, кто получал сегодня билетики с надписью «Силовой экстрим», сейчас нам отстрели ушки, ведь будет проведена лотерея. Классная возможность поздравить весь Сергач с этим прекрасным праздником. Пожалуйста. Хочу поздравить всех жителей нашего замечательного города, гостей с нашим таким праздником. Здоровья, радости, удачи и позитивного настроения. И Ириночку мы тоже поздравляем с Днем города. Аплодисменты. Еще один билетик. Билетик под номером. Номер 12! Где у нас этот счастливый обладатель билетов с номером 12? Интересно, а что он заработает? Просто интересно. Это подарочный абонемент на 17 посещений на вездеход. Итак, билет номер 12 заработает. Я сейчас, вот в сию же минуту, выйдет вот сюда. Ну, видимо, не выйдет. Здравствуйте. А, 12, все, успели. Вы, наверное, вот здесь вот проживаете, из этого дома бежали. А как вас зовут? Татьяна. Аплодисменты Татьяне. Итак, ну а мы продолжаем наши... испытание для настоящих мужиков. И следующее испытание — это вот у нас замечательная такая штука здесь есть, черного цвета. Где-то я ее видел, он мне форсировал. И да, испытание, которое называется покрышка. Задача наших участников — за минимальное короткое время сделать 10, хочу еще раз повторить эту цифру, 10 переворачиваний вот этой вот покрышки. Отмечу чуть позже. Скажите, как вы думаете, сколько она, блин, весит? 200! Еще варианты. 100, еще. 600, тут есть даже. 200. Блин, как тебя зовут? Илья. Ты был прав, практически 200-220 килограмм. Это покрышка от трактора ТК-700. В прошлом году. Что? Подарок ему обязательно будет. Итак. Друзья, давайте, я понимаю, все хотят лицезреть это силовое действие, но давайте отодвинемся чуть подальше от ограждения, от линии, чтобы вас не зацепило, все-таки думаем о вашей же безопасности. И у меня есть к вам такое предложение. Вот когда кантовать будут участники, давайте все вместе поддерживать их и считать. Нет, попозже, сначала... Итак, на старт к испытанию приглашается Азизов Руслан под ваши аплодисменты! Поехали!
Итак, а? К испытанию готовится! Потеха снова! Под ваши аплодисменты! Yeah.
Давайте аплодисменты, поддержим Альберта! Ребята!